В связи с действующим режимом самоизоляции на Камчатке в несколько раз возросли нагрузки на интернет-сети. В рамках программы по увеличению скорости и улучшению качества связи компания СКТВ провела модернизацию оборудования в микрорайоне Северо-Восток, чтобы абонентам компании было максимально комфортно и менее проблематично пользоваться интернетом. Так была произведена установка современного оборудования, обладающего значительно большей пропускной способностью. Теперь, несмотря на активное использование в каждом доме, абонентам СКТВ, проживающим на Северо-Востоке, доступен высокоскоростной интернет со стабильным соединением. Кроме этого, стало проще пользоваться услугой умного телевидения и подключать телефонию от компании Интеркомсервис. Это поможет абонентам с максимально возможным комфортом находиться дома, сохраняя тем самым собственное здоровье и здоровье земляков. Любые интересующие вопросы можно задать по телефону 300 111.